Главное – не мода, а стиль, говорят известные художники и модельеры. А стиль – это прежде всего умение выбрать среди модных вещей, такие, которые соответствуют вашей фигуре, внешности, образу жизни и привычкам. Как правильно подобрать классический мужской костюм, нам рассказали специалисты компании Коминтерн. Костюм – это униформа. Деловой костюм многими воспринимается как бремя. Формальная необходимость, униформа деловых людей и политиков. В этом есть доля правды. Дресс-код действительно призван унифицировать внешний вид, но это не значит, что костюм не может быть выражением индивидуальности. Много возможностей дает индивидуальный пошив. И дело не только в выборе ткани. Вспушка, ширина и форма лацканов, тип карманов, подкладка, шлицы, пуговицы – все это очень вариативно. И разумеется, заказной костюм будет сидеть как вторая кожа. Чтобы прочувствовать на себе этот комфорт и удовольствие от индивидуально пошитого, по-настоящему качественного костюма, стоит всего лишь обратиться к одному из лидеров в области производства мужских классических костюмов – фабрику «Коминтерн». Здесь даже по индивидуальному заказу специалисты фабрики произведут для вас высококачественный мужской классический костюм. По-настоящему элегантный и максимально комфортный предмет одежды, например, костюм Валероса, пиджак City Life или брюки Manway. Некоторые считают, что костюм – это неудобно. Неудобным бывает только неудачно выбранный или плохо пошитый костюм. Причина неудобства может быть скрыта в неправильной посадке или в некачественной ткани. Некоторые турецкие, да и российские производители не усложняют себе работу и производят простые по конструкции костюмы. Но за этим незаметным фактом скрывается результат того, как вы будете в нем выглядеть. Всего этого не бывает в хорошо сидящем, пошитом из качественных материалов костюме от Коминтерн. Необычная шлица. По праву многие думают, что купив мужской костюм или пиджак со шлицами по спинке, в них есть какая-то дизайнерская задумка. Что же на самом деле в них есть, мы вам расскажем. Частенько вот я замечаю, что неопытные новички в ношении мужских классических костюмов, примерив пиджак пару раз после покупки, забывают об одной важной вещи – освободить шлицы пиджака от пластиковых держателей. Вот это никакая не дизайнерская задумка. Это обычный зажим для шлицы. Он удерживает шлицу от разрыва. Поэтому после того, как вы купили костюм, всегда разрезайте все шлицы на пиджаке. С уважением и от души о мифах в ношении мужских классических костюмов начальник отдела маркетинга и торговли компании «Коминтерн» Андрей Болгов.